Вот сегодня уже вечер, срочно вызвал курьера отправить книги. Вот он нагрузился, в Германию сегодня отправляют. Скорее бегом, бегом, занятия. Все. О, Володя идет с работы. Вот надо скорее открывать. Вот он. Попутно сходить куда надо. Вот он идет. Это у нас тут хлеба у нас полно. Картошечка поджаренная на плите. Вот Володя вчера работал, принес кокошки. Яйца так зовут. Как говорится, птичка божья питается. Надежда Васильевна нам тут пирогов состряпала с чем-то. Сложились вместе, купили рыбу. Вот эта рыба лежит. По 100 рублей вчера вложили. А так, ну, неделя-то масляная, все к концу идет. Володя деньги отдалось. Игорь приедет, барабаш, купить 100 рублей 1,5 литра молока. И вторая 100 рублей баночка 400, или сколько там градусов. О, явился, не запылился. Давай. Срочно на почту идти. В Германию. Я же говорил вечером, ты забыл просто. А когда ты уже за двери вышел, я говорю, что же он не взял-то все книги-то? А у них-то евро на доллары. Переводили, сейчас переводили. Сколько пойдет? Посылаю. У меня письмо православия, трехтомик, вместе стоит $200. А у них долларов-то нет. Я посчитал курс 170. А он посылает 150 евро. Я говорю, а где же 20-то? А так он, оказывается, только трехтомник. Ну... За такие мучения я ему приложу так книгу-то бесплатно. Вот так. Все, скорее сейчас. Никита машет рукой, помолился, уходит. Сегодня решили Надежду Васильевну свозить, там он уже стоит. Володя идет. Что-то у ней там в глазах. Глазное яблоко, вон, видать, ей голову. Вот она стоит. Вот, Володя пошел. Это сегодня у нас 12 февраля 2018 года, понедельник. А я сижу в избе, тут чеснок чищу. А работы хватает. Пенсионеры, молиться за всех. 7-кратно в день. Псалом 118, стих 164. Это приехал Игорь Добунов. Вот так. Надежда Васильевна, сейчас вот ей залезьте вопрос. Сейчас. Все. Будут ее вот сейчас туда. Там ей место дали, а Никита сюда. Глазное яблоко, давление. Действительно, все это болезни. А я на своем стою, говорю, чтобы не болеть, надо не. 5 не. Днем никогда не ложись спать, не. Не ленись, не обидайся, не завидуй, не ревнуй, не. Убери, уже легче будет. А то мы этим богатством в кавычках обвешались, у нас все болит да свербит. И не обращай внимания. Мало ли что болит, да только делов-то. О, машина пошла. Наши уехали, все.
Мы остаемся одни на целый день. Спрашивают нас, вот, как время проводите. Батюшка звонит, как здоровье? Вот они поехали. Да где его знает здоровье-то? Ходишь, движешься. Голубам лажу. Вот сегодня такой день. Тут Паля рядом. За курсором бегает. Вот она подошла. Смотрит, где тут что. Ну все, пока. Вот забежали собаки. Вот они бегают. Видите, я там ходил по к лестнице-то, и они там мой запах наущуяли. И ни на шаг никуда, ничего не сделал. Прям по лестнице лезут. Я только что там был и след оставил. Когда-то кормил их, потом мне запретили. А сейчас гляжу, они тут ходят, но я не выказываюсь даже. Вот на лестнице был. Какой у них нюх, интересно. Я прошел немного за дом, и они туда сбегали. Двух кошек задавили, разодрали, троем. Здоровый кот ходил, ты утром только нашли, аж асфальт там выбили. Такая драка была. Задушили и ушли. Вот она. На улице прошел. Вот он. К воротам подошла большая. Это сам самец большой кобель. Ласковые, ласковые. Такие где-то они злобные. У меня приходят, ну. Ну, до того ласковое, даже не выскажешь. Где бы я пошел, интересно, я пошел в КГБ, там, это ФСБ. Они за мной ввязались. А там калитка входить железная. Они сели у калитки-то, в калитку входить с проспекта Ленина 30. А, и пройти никому не дают. Я уж ведь не сделаю, что они за мной ввязались-то. Ну, не годится так. Они охраняют. Пошел я как-то на старый базар тут посмотреть. Они за мной. Я зашел получать пенсию. Они сели и сидят, ждут, пока я выйду. Никто не заставляет ничего. Они тут, ну, в порту. Их очень тут содержат. Вот. Они бегают где хотят. Вот умные собаки. Вот он. Вот он что делает. Через забор был Таковский. Все, пошел. Кто его учил так делать? А забор высокий, выше человеческого роста. Вот они сейчас пошли туда все за ним. Он след дал. Сейчас они должны еще двое подойти. Но они в ворота полезут. О, это его сын пришел. Сын. Вот он сейчас пошел по следу. Другое место поволокся. О, тут вывалился. Сверху хлопнулся. Не дай бог на улице сразу сожрут. Ну, задавят, то есть. Не выпускают даже. Погубили у меня белую хаска. Там перегрызла спину-то. Где-то они здесь. Нет, никуда делись. Собака, верное животное. А вот она прямо подошла к дверям моим. Вот к Надежде Васильевне они подходят. Вот он. Подошел. Пошел и сказал, там забор 3 метра больше, ему не взять. Да он и не пойдет. В другом месте переходит. Это через большой, этот через забор. А этот наоборот внизу. Вот он, хорошенький песик.
подошел как раз, что здесь. О! Пожалуй. По лесенке полез. Еще себе. По лестнице. Где они вот сейчас? Вот? Никак выйти не могут. Меня нету. И они не найти не могут. Я кормил их. Галя Немцова приносила мясо. Ну, там мясо, отходы, конечно. Это идет. Что-то напротив нас остановилось. Вон куда пошел. Паля, убери голову. Вон она бегает где, не видать. Твоя голова мешает, Паля. Вот мы наблюдаем сейчас за собаками. Интересная история. Куда они тут полезут, эти двое? Это через забор перескочил кобель главный. И главное, как начинают щенки. Это кто? Мальчик, девочка. Сроду не слыхал, что мальчик-девочка у собак. Сказать «сука, кобель» вроде бы оскорбительно. Так как оскорбительно? Откуда? То есть человека нельзя туда, если кобель, как мужик. Да избегался кобель бесхвостый. Она, да она, сука, замучила всех тут, такая попалась. И вот так, оттуда, вот он. Вот они здесь. Не видно тут, конечно. Вон через решетку с этой. Вон они там, видать немножко. Ага. Где-то. Даже не хотим воротам подойти. Вот он подошел. Они должны его след найти, что он ушел. Это вот она. Это мать его, вот эта, которая дальше ходит. Хозяин еще тут у нас. Он может через забор сигануть. Вот он. Почтовый ящик, он на него ногами, и там... О! Ну, ему второй год. Большой уже. Вот сейчас забор смотрит, смотрит. Довольно, пошел. А она под низ только. Ну, это женский характер. Это. Если не перепрыгнуть, то подползет. Но все равно вот легла, не пролазит. Все равно пролезет. Женщина, женская порода везде пролезет. Пронырливая Изавель. Ах, не пролазит голова. Вылезет, а это не на то. О, вылезла. Вылезла, все покинули нас. О, ушли. Хвостиком помахала. Хороший Бог дал животное, собака. Вернее, ее нет никакой. Я всю жизнь... Наш отец приучил с собаками. Три было собаки. Волкодавы настоящие. Вот она. Это который их кобелек. Это их сын. Главное, та желто-белая, а сам черный. Он все цвета у себя налепил. Камуфляжная у него шкура. Ну, все, пока. Надежду Васильевну возили в больницу. Или куда там? К врачам. Что-то ничего не найду я где. А, ее привезла Татьяна. Вот она идет. Угу. С ромочками. Благослови, Господи. Чужая кошечка, так прикормили ее, черная, хорошая. О, а тут бывшая, кого я кормил, так моим воротам подходит. Мне запретили их кормить, не кормлю. Вот она, три собаки они. Вот это их отец. Вот это вот голова показывает, сын их. Это желтенький, это мать.
пошли на добычу. Кошек давят почем зря. Чего же столько много-то привезла? Узлов стирала или чего? Надо идти проведать. Пойду.